Привет, дорогой телезритель! На Первом городском начинается вечернее шоу «Вятка Тудей». В студии Александр Сорокин. Сегодня смотрите в необычном эфире. Сегодня в программе Оксана Стяжкина попробует борьбу. Давай, давай. Ладно, хорошо. Давай, 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 Илюша, продерни и за спину. Гости эфира дуэт мимов Муму прокомментируют новости. Научат пародировать мемы. Как дела? Ага, все, все понял, да. И подготовит вас к вечерней пятничной тусовке. Сань, хорошо мне, да? Наконец-таки. Староста класса не был, хоть тут королем буду. Сегодняшний пятничный выпуск будет необычным, потому что у нас в студии гости самой разговорчивой профессии. Эфир прям будет наполнен шумом, гамом шоу мимов Муму. Здрасте, ребят. Как дела? Ага, все, все понял, да. Но раз так хорошо мы начали наш диалог, я предлагаю прямо сейчас выпуск начать с новостей, которые ребята будут комментировать. Новость от вас, картинка. Итак, реальная новость. В Кирове поймали трех подростков, которые накладывали на железнодорожные пути камни. Идеальная новость от портала прогород43.ру. В выходные все будет неплохо. Вот так. Уроженка Мурыгина, собиравшаяся стать патологоанатомом, попала в шоу «Танцы». Это были новости с комментариями от наших друзей. Отбивочка, пожалуйста. Ребят, предлагаю сделать небольшую паузу в нашей увлекательнейшей беседе. Спасибо огромное нашему редактору по отбору гостей в студии. Ну а прямо сейчас рубрика «Оксана пробует». Сегодня Оксана пробует бороться с серьезными мужчинами, поэтому вот, вот они, стереотипы. Оксана пробует сломать себе шею. Пробует! Оксана пробует! Сегодня в рубрике «Оксана пробует» я попробую себя в роли греко-римской борцухи. А поможет мне в этом Владимир и ребята. Что мы сегодня будем делать? Ну, начнем с того, что, во-первых, греко-римская борьба – это сугубо мужской вид спорта. И, так скажем, вы, Оксана, первопроходец вообще. То есть девочек у нас в борьбе греко-римской нет. Это единственный вид спорта остался, где нет женщин у нас. Может быть, я... Так что вы единственный... Тропинку проложу. Да, 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 да. Неоднократный призер. И победитель всероссийских и региональных турниров Обжерин Илья, ваш партнер сегодня на тренировку. То есть Илюха меня сегодня сделает? Сделает, да. Начинаем с разминки, разминаемся, акробатика и отработка, и борьба, как обычно все. Ну вы просто все повторяете за направляющим. Лев, смотри, смотри, повторяем за всеми. Пошли акробатику. Оксана пробует, так, кувырки вперед. Все, да-да-да, и через голову толкаетесь ногами и делаете кувырочек. Толкайтесь ногами. Вот, ну и сподряд до конца ковра. Так, кувырочки назад. Так, как кувырки назад? Ну, то же самое. Давайте, я вам помогу. Так, а ты чего сейчас делаешь? Так, подбородок к груди. Все, толкайтесь руками. Ну, посмелее. Вот поэтому у нас и нет девочек. Потому что у нас руки перевешены. Хорошо. Так Илюха помогает, что ты? За ноги-то подкручивай. Это называется низкий парта. Да, и ребята, пошли кувырки. Через Оксану, да-да, кувырочки с разбегу пошли, один за другим. Вперед, Илюха, с разбегу, с группировкой. Серега, молодец. Максим, отлично. Пробует, Оксана пробует. Ох, предвкушая прекрасный диалог, заливистые беседы, крики, звон, начну вас знакомить с ребятами. Шоу мимов Муму, честно говоря, я не знаю, как вас зовут. Я не знаю, как вы сюда попали и почему вы используете наш студийный реквизит. Ребят, сегодня от вас мы ждем только одного. Это, конечно же, интересных историй. Это, конечно же, побольше баек из жизни. Да, ой, спасибо, друг, давай, вот что-нибудь мне надень, а то
Мне часто пишут: Саша Сорокин, ты ужасно выглядишь в кадре. Получите, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Присаживайтесь. Ребят, я хочу вас сегодня максимально использовать. Раз у нас пятница, так вот, у нас пятница, мы хотим хохотать, смеяться. Пока что у нас это не получается. Хочу от вас, от мастеров мимики, конкурс на повторение популярных интернет-мемов. Мемов или мемов? Мемов. Интернет-мемов. Я показываю вам интернет-мем, вы пытаетесь его максимально точно повторить своим лицом. Готовы? Скажите хором. 3-4. Итак, первый мем. Поехали. Да, очень хорошо. Прекрасно. Есть первый мем. Хорошо. Второй популярный мем – это, конечно же, хитрый план Тоби Магуайр. Можешь прямо в камеру прям? Популярнейший Тони Старк в исполнении Дауни-младшего. Самый популярный мем – это Troll Face. Зачем тебе интернет? Зачем тебе интернет, когда есть лицо? Нет, это уже перебор, все слишком. Самый простой мем. Повернись прямо в камеру, да. Это очень хорошо. Самый сложный мем. Да, ага. Это, конечно же, спящий Владимир Быков. Хорошо. Мне нравится. Мне нравится. А тем временем Оксана продолжает пробовать. Ребят, что на это, да? Угу. Оксана сегодня пробует, нет, не мед, нет, не гель для укладки волос. Оксана пробует сегодня вольную борьбу. Ребята. Это вольная борьба. Пробует, Оксана пробует. Вот так вот, да, и задеваем. Отлично. Все хорошо. И накатываемся на затылок, на лоб. Затылок, лоб. Затылок, лоб. Можно, да, и помедленнее. И к правому уху, к левому уху. Вот, разминаем шею. Так, хорошо. В упор, да, вот на лопатки. Так, потом снова. Да, и по кругу так. Вот поэтому у нас девочки не тренируются. То есть ваша задача — положить Илью на лопатки и оказаться сверху соперника. Вот так. Ноги прямые, руки вдоль туловища, поближе друг к другу. Легли, вот так. Все, по свисточку. Кирюха, внимание. Давай, до конца, Илья, до конца. Вот, отлично. Хорошо, Илюха. Встали в высокий партер и по свистку оказаться за спиной соперника. Давай, до конца, Илья. Вот, сбивай в партер. Вот так вот, Илюша. Отлично. Все, встали, Жору, дальше. Зайди за спину, Илюша, стоять. Хорошо. Давай, Илюша, продерни и за спину. Оп, и в партер Илюша ее перевел. Хорошо, красавец. Да, вы, борец, вы делаете перевод теперь. Да. Можно начинать. Давай. Жора, встань сюда. Да. Ой, я не уделал. Вот так, отлично. Куда пошел? Куда? Отстань! Оп, и Илюша накат. Хорошо, и сверху. Все. Опа. Илья, лежи на лопатках. Лежи, Илья, на лопатках. Вот так вот. Да? Вот. И все, и отжать голову. Вот такое положение. Все. Да. Выиграла. Ура! Внесла немного нежности в борьбу, поэтому все идем заниматься греко-римской борьбой. Оксана Стяжкина, Александр Рожков. Программа «Вятка Тудей». Ура! Пробует. Оксана пробует. Посмотрим, на что вы способны. Итак, шоу мимов Муму, Ребзя. Начинаем. Итак, что будем делать? Поехали. Угу, так. Пока что идет... О! Вы оборовали тюз. Борода! Угу. Да, я... Слушай, да. Мне этого не хватает как раз таки. Ты знаешь, на что давить? У меня борода не растет. Да? Ага, о. Ой, сейчас жена порадуется. Скажет, наконец-то ты брутальный.
Ага, да, спасибо. Хорош? Хорош? Сколько людей надевало эту бороду? Сотня. Раз и ноль. 10. Угу. Так, поехали. Очки. Угу. Типа как бы такой современный дед, да? Протерли, протерли. Спасибо большое, да. Погнали. Слушай, я солист группы ZZ Top. Ой, это же из гардероба Филиппа Киркорова. Так, поехали. О, Сань, хорошо мне, да? Наконец-таки. Староста класса не был, хоть тут королем буду. Вот, никогда шапки мне не шли. Вот! Нет, это потому что на улице холодно, ребят. Ой, потому... Ничего, спасибо, что утешил. Все фотографии смотрите в нашем аккаунте Вятка Today в Инстаграме. Ну а прямо сейчас серьезная информация. У ребят совсем скоро откроется своя школа, в которой будете обучать детей, взрослых, стариков, животных, сотрудников паспортного стола. Нужно просто следить за ребятами ВКонтакте. Ребят, все верно сказал? Да. Хорошего вечера, ребятка, туда и выходные, отдыхайте. Ребят, прекрасное интервью получилось, а? Слушайте, супер. Как он сказал «да»? Прекрасно.